Скандальная история с селфи в операционной тагильской больнице оказалась с бородой. Как выяснил новый регион, конфликт надуман и может быть предлогом для смещения главврача демидовской больницы. Фотографии с разрезанным пациентом сделали полгода назад, и все про них забыли. А в декабре их подбросили СМИ, после чего скандал с селфи разросся до федерального масштаба. Мы побывали в демидовской больнице и убедились в фальшивости многих свидетельств и заявлений. Сестра сейчас здесь уже не работает. Доктор стоял на операции. Причем давно уже не работает. Давно уже. Это уже прошло полгода практически. Которая выложила это все, конечно. Она уже в госпитале работает. Ее здесь нет. А почему на нашу больницу накинулись? Странно, это непонятно. Кто-то раздул, понимаете? Но маховик скандала уже запущен, и несвежее селфи стало поводом к публичному обсуждению уже внутренних проблем демидовской больницы, а заодно стиля управления и личности ее главврача Сергея Овсянникова. О том, что он якобы третирует подчиненных и чуть ли не вреден для больницы, рассказал коллектив. Письмо появилось в интернете, но оригинала его никто сейчас найти не может. Не получали это послание и в Минздраве, куда его будто бы отправили больше 40 сотрудников больницы. В итоге оказалось, что врача Карабаева не увольняли, претензий к медику нет. Сейчас уже никто не собирается уволить. Вопрос об увольнении вышел откуда-то из интернета. В интернете можно прочитать и найти что угодно. В итоге часть врачей гадает, что именно они подписали. То ли письмо в защиту коллеги, то ли донос на начальство. Кстати, хирурги ведут себя подозрительно. Они не хотят говорить о письме и вообще враждебно настроены по отношению к журналистам. Добрый день. Здравствуйте. Мы как журналист приехали вот в этой ситуации разобраться. А с хирургом, которого якобы собрались увольнять с фотографии, вот, знаем, что письмо было коллективным. Мы рядовые сотрудники. Ну вы письма же умеете подписывать коллективные? Мы грамотные, да. Ну вы подписывали? Вот персонально. Это никого не касается. Почему? Потому. Письмо же публичное было. Все, до свидания. Ну что, пойдем? Пойдем. Как бы эти люди отказываются общаться с журналистами и закрыли дверь ординаторскую посреди рабочего дня. Вот, уверяю, что они звонят юристам, адвокатам, непонятно для каких причин. Есть. Там прячутся. Нас. Сам главврач Овсянников считает, что историю выудили специально. Причина – борьба за кресло главврача. В учреждении сейчас началась внутренняя проверка. Овсянников предполагает, что воду мутят 2-3 врача. Не исключено, что нервозное поведение хирургов объясняется подозрениями руководства и проверкой. Потому и про письмо они могли забыть. Вы письмо подписывали? Почему? Вы не хотите разговаривать? Нет. Все. Нет. Давайте. До свидания. Если... Совершенно.